С 25 по 28 апреля в Страсбурге в гибридном формате проходит вторая часть весенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. На одной из сессий выступила член азербайджанской делегации, депутат Милли Меджлиса Азербайджана Нигяр Арпадарай. Она призвала Армению к искреннему проявлению намерения достичь долгосрочного мирного договора с Азербайджаном. Азербайджан настроен на достижение справедливого и устойчивого мира с Арменией, основанного на международном праве. Этот мир принес бы выгоду не только для вовлеченных сторон, но и для более широкого региона Юго-Восточной Европы. Это откроет новые возможности в торговле и транспортной сфере, принесет большую безопасность всей Европе, сказала Нигяр Арпадарай. Она отметила, что есть признаки поддержки мирного процесса со стороны Европы. Примером может послужить недавняя встреча в Брюсселе лидеров Азербайджана и Армении Ильхама Алиева и Никола Пашиняна по инициативе главы Евросовета Шарля Мишеля. «Риторика и атмосфера вокруг процесса — это хороший знак», — сказала она. Нигяр Арпадарай напомнила, что Азербайджан предложил 5 четких принципов в качестве базы для мирного договора между Азербайджаном и Арменией. Помимо прочего, это означает взаимное признание территориальной целостности, а также взаимное признание отсутствия территориальных претензий друг к другу. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заигрывает с этой идеей. «И мне понятно, почему так происходит», — сказала Нигяр Арпадарай. Сама конституция Армении основана на территориальных претензиях к соседям. Современная политическая система Армении оказалась в ловушке собственного мифа об этническом превосходстве и экспансионизме, считает депутат. Эта идея основана на мечте воссоздать некую «древнюю армянскую империю от моря до моря» и «отомстить за все причиненные когда-либо обиды». Но это путь в никуда, уверена она. Прошло 1.5 года с момента подписания трехстороннего документа о прекращении боевых действий между Арменией и Азербайджаном. Но, к сожалению, даже сейчас остатки армянских вооруженных формирований продолжают прятаться в Карабахе. Почему они там? Почему Армения не вывела свои войска с наших земель? Задалась вопросом депутат. Если Армения искренна по поводу достижения мира, есть легкий путь продемонстрировать это. Прекратите прямую и косвенную поддержку сепаратистских групп, действующих на законной территории Азербайджана, сделайте четкое заявление на этот счет. Азербайджан готов к миру. И я спрашиваю вас, готова ли Армения к нему? Пришло время решать, и Европа на этот раз должна проявить проактивную позицию ради безопасности собственного будущего, сказала Нигяр Арпадарай. Why Armenians would not do that? Why they are making loud statements and then hiding? Come on, let's open. Подпишитесь на наш канал Budra News и будьте в курсе всех событий.